Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 27 марта. По народному месяцеслову Фёдор Скотник. Название свое день получил по причине смены шерсти и подшерстка у домашней скотины, которая именно к этому сроку и происходит. Выводили во двор животину, чистили, заговаривали от неспокойствия. Во время весенней линьки рачительные хозяева, вычесывая шерсть у лошадей и коров, заговаривали их от дурного глаза. В этот день проветривали хлева и конюшни, вывозили на поля навоз, меняли подстилки из сена, соломы и опилок. Не случайно появились поговорки: «На скотника не ленись, скотинке поклонись». «Скотинку почистишь, подстилки подкинешь, так и молочком побалуешься» и так далее. Сами же домашние животные издревле на Руси символизировали богатство и плодородие. Согласно поверьям, в хлеву вместе со скотинкой жил хлевный. От прочих домашних духов он отличался незлобливым характером и всегда добрым отношением к хозяевам. Никогда не шалил, не наказывал хозяев, а лишь помогал держать хлев в порядке. В этот день примечали: если мороз, всю неделю мороз. Скот ложится под кровлю — к ненастью, на дворе — к ведру. Лошади спят стоя — к морозу, ложатся — к теплу. Лошадь храпит — к ненастью, фыркает — к теплу, трясет головой и запрокидывает ее кверху — к дождю. Перед ненастьем у коров становится меньше молока. Если корова мало пьет и спит днем или жадно ест траву вечером, жди дождя. В какую сторону спиной ложится скот, с такой и ветер. Издавна с домашними животными было связано множество не только примет, но и поверий. Лошадь в дороге спотыкается — добра не жди. Вдруг все куры враз закудахтали — ссоры не миновать. А еще сегодня лучше не смотреться в зеркало. Особенно это касается людей пожилых. Дело в том, что 27 марта зазеркалье, как никогда, сильно влияет на людей и вытягивает из человека жизненную силу. В этот день следует почаще посылать в окружающее пространство добрые и светлые мысли о мире для своего Отечества. 27 марта нельзя колоть дрова, брать в руки оружие, так как это может привести к ссорам. А если у вас есть скотина, то вы на скотника можете прочитать на нее оберег от сглаза. Принесите с реки воду, заговорите ее и обрызгайте этой водой скотный двор. Заговорные слова такие: пока эта вода сама назад в реку не уйдет, до той поры вражье слово мой скот не изведет. Ключ, замок, язык. Здравия вам и животине вашей, славяне! Братья месяцы.